Уважаемые посетители и участники, мы рады приветствовать вас в столице Казахстана. ATX-Expo в седьмой раз открывает свои двери. Очень приятно, что эта площадка собирает наикомпетентнейших, лучших из лучших, как с точки зрения технической составляющей, специалистов, вендоров, в общем, все те, кто помогает делать казахстанское телевидение все лучше и лучше с каждым днем. Хотел бы поприветствовать на этой площадке, ну если так можно выразиться, одного из технических отцов Казмедиа Орталыхы, господина Багусевича, который здесь тоже присутствует. Давайте его поприветствуем. Я надеюсь, что вот это мероприятие, это еще один шаг к тому, чтобы закрепить лидирующую роль Казмедиа Орталыхы в развитии системы телерадиовещания Республики Казахстан. Еще раз хотели отметить неоценимый вклад в развитие Казмедиа-центра Багусевича Владислава Леонидовича. И хотели вручить ему небольшой такой подарок. Это карточка пожизненная с доступом во все помещения Казмедиа-центра. Классно, что на самом деле на площадке АО КМО Казмедиа Орталыхы проходят такие события. Пусть такие мероприятия продолжаются ежегодно. Пусть наше телевидение, вещание будет все лучше и лучше. Спасибо. Рахмет Кайсар Мырза. И мы с удовольствием объявляем седьмую международную выставку «Конгресс AT Expo 2023» открытой.